я хочу прочитать, называется «Богема». «Богема, последние деньги потрачу на книги. Богема, сегодня свобода, а завтра вериги. Богема, на кухне рассвет, на кухне стихи вперемешку с рассветом. Богема, хотите попробовать, станьте поэтом, актером, художником, оперной дивой. Вопит телевизор о жизни красивой. Не всем по плечу и не всякому нужно отдать свое время, пожертвовать дружбой во имя мечты эфемерной и зыбкой и болью платить за чужую улыбку».